Всем еще раз добрый вечер. Многие просят, чтобы я поотвечала на ваши вопросы, поэтому я решила сесть и почитать комментарии под последним видео. Все, конечно, наверное, навряд ли прочитаю, но часть прочитаю. Пирожки получились красивые, не горелые. Да, ребята, потому что я выпекала в духовке у меня всегда получается получше немножко. Так, штук по 10. Мне одной не нравится обращение, ребята. Аж коробит. Но я не знаю, почему тут оно приелось. У меня многие уже заметили, что у меня бывают такие слова-паразиты, которые мне долго потом вывести себя не могу. Но я постараюсь. Постараюсь не говорить. Обязательно постараюсь. Спасибо большое. Я уже привыкла, Ольга написала. Чтобы переворачивали вещи в шкафах, надо их приклеить к месту. Бесплатный лайфхак. Ну да, знаете, это, мне кажется, даже не поможет. Они отдерут. Это же дети, они обычно лазят в шкафах и все переворачивают. Слово спагетти не склоняется. Настя, хорошо. Настя, молодец, пирожки нормальные. Все хорошо, дети сытые, одеты. Остальное потихоньку наживете. Старайся. Спасибо большое. Что, Ваня пришел? Так, Настя, вам нравятся только хвалебные комментарии? Нет, ребят, ни в коем случае. Просто я стараюсь в последнее время... А! Бери, бери, кушай, бери, ешь апельсинку. Читаю, но вот потом, вот, когда я плохие что-то читаю, я начинаю реветь, у меня начинает подскакивать давление. И поэтому вот так вот. Тут, чтобы свет поярче был, сделала такую. Давай, Оксана, я проверю тебе. Да, Ваня. Да-да-да, Ваня, иди поиграй. А вот здесь? А что тут надо делать? Коза, лоза. Видишь, буква «за»? Ваня, иди отсюда. Коза, лоза. Вот буква «за» слог. Пишешь сюда. Коза получится. Лоза. Зоопарке. Е неправильно написала. Змеи. Е опять неправильно написала. Е-то по-другому пишется. Как мы пишем прописную Е, Оксана? Вот прописная Е. Я тебе сегодня в тетрадке напишу и будешь писать, а то опять забывать начала. Извините, отвлеклась. Оксана, двери закрывай. Хорошо, ты закрывай, ты. Но так неуважительно относится к своим подписчикам. Что вот так неуважительно. Почему, ребята? Я всегда стараюсь читать. Правда, тоже надо уметь слушать. Нехорошо комментарии удалять. Нужно же что-то... Прощайте. Дорогие друзья, комментарии я не удаляла. Сразу говорю, я вообще ни одного комментария за последние, наверное, может, неделю вообще ни одного не удаляла. Я не знаю, почему пропадают комментарии. Мы тут переписывались с многими подписчиками, они говорят: Настя, я пишу, а комментарии пропадают. Я говорю: девочки, вот я даже сегодня еще не заходила в интернет, я не знаю, что там. Я не смотрела еще. С животными они будут любить хорошо. Словарь Настина фразила. Ну да. Настя молодец. Сегодня пирожки супер, супик тоже. Спасибо. Спасибо тебе, Настюна. Покажи тетради Оксаны. Первоклашки будет интересно посмотреть. В следующем влоге обязательно покажу. Настя, сколько у вас реклама стоит? Напишите в личку, я вам отвечу. Смотря что рекламировать. Тут многие отреагировали: нифига себе, как Настя быстро вам ответила. Тесто не взбалтывает, обминает. Артистка. Ну да, все по-разному говорят. Я как получится, какое слово взбредет, то и скажу. Еще подбивают. Да. А пирожки сегодня печеные? Да, в духовке пекла. Какие пироги самые сегодня аппетитные? Молодец, Настя. Я же говорю, вот у меня из покупного теста, вот я, у меня фантазии на него не хватает. Его не помнешь, как вот обычное. Ты сам сделаешь тесто. Я люблю обычное тесто, чтобы его руками помял. Все. А это же покупное. Вот его раскатал, и все. В нем души-то путем не вложено. Его аппарат делал. Там явно ведь не вручную делали. Ваня, тихо. Явно же не вручную его делали, его делал аппарат. Поэтому вот
я лучше свое тесто сделаю, мне куда будет удобнее. И я чувствую руками, что я делаю. Подожди, Оксана. Чтобы... Так, иди поиграй. Привет, привет, молодец. Чтобы вода не замерзала, утеплять нужно. У нас утеплено, но просто у нас морозы. У нас снега еще выпало очень мало, а морозы уже больше минус 30 были, поэтому очень страшно становится. У Оксаны разве нет уроков на дистанционке? А мы целыми днями с Оксаной делаем уроки, да, Окся? Уроков задают очень много. Почему вы просто пишете целый день? Им же должно учитель проводить онлайн-уроки. У нас не проводят онлайн-уроки. Нам вот как дают? Нам дают вот видеоурок, чтобы посмотреть. У нас онлайн-уроков не проводят. Это может в больших городах, да, там проводят, а у нас нет. У нас интернет здесь такой, знаете, ребята, что никакой онлайн-урок не проведешь. Вон туда же тоже Людмила написала. У нас тоже так кинут кучу заданий, и все. А сколько партий пирожков было? Что-то я запуталась. Ну, в общей сложности я 8 напекла партий пирожков. С капустой и 3 с сосисками. Ну, вот считайте, 11 партий было. Дети ели только в путь. Я не успеваю печь, они все... Сегодня уже все съели. Криворучка опять бывает. Опять кривые пироги, баланды на обед. Ну, Ирина, если вам не нравится, так что ж теперь? И костюм, как у бабушки, 80 лет. Ну, я же уж старая, поэтому и костюм соответствующий. Девочки, извините. Прошу прощения. Ирина, ты что сегодня неактивна? Мало написали, еще пишите. Словарный запас у нее исчерпан. Не так много времени, как у Тарантик. Подождем, еще вдруг активируется. Спасибо, что ответили мне и не послала ли меня. Так, неправда. Пироги сегодня красиво и аппетитно, прямо на загляденье. Какие аппетитные пирожки. Молодец, Настя. От меня лайк. Спасибо, Александра, большое. Многие заметили, что костюмчик в Инстаграме. Многие енты было. Я одна. Ну, наверное, Оля, ты одна была. А что Илья искал на кухне в шкафчике? Видимо, так и не нашел. Я не знаю, что. Он, у него есть такая привычка. Он заходит в шкафчик и бряк-бряк-бряк посмотрит и опять уходит. Он что-то хочет, а что сам не знает, что он хочет. Так, Настя, ты умница, очень крутое тесто. Я люблю ваши медетки, умницы и красавицы. Пусть Бог благословит вашу семью, мира и добра в вашем доме. Спасибо большое. Не захотела Света взбалтывать тесто? Ну, Света, она как-то к тесту так себе относится. Супчик со спагетти. Да, я спагетти, ребята, многие думали, что я прям такие длинные положила. Нет, я спагетти ломаю, просто они широкие были в этот раз. Это спагетти, мне очень эта фирма нравится. Они не развариваются, вот как некоторые возьмешь, но вот в кашу превращается просто. А эти вот мне нравятся спагетти. Приветик, Настюха, скинь, пожалуйста, рецепт теста. Спасибо, Марина Руденко. Я на днях засниму отдельно рецепт, хорошо? Потому что там уже ссылку искать долго придется. Ссылка на канал в описании. Да, я сегодня ссылку, ребята, у меня, потому что помогал мне ребенок монтировать, и он забыл ссылку на канал оставить, чтобы подписаться на многодетную семью. Ссылочку я закрепила, подпишитесь, пожалуйста, все, кто может. Буду очень вам благодарна, потому что давайте поддержим многодетную семью, у них 7 чудесных, замечательных деток. Подожди, Оксана. Роза, можешь написать, да. Такая Мариша Лапочка. Ну да, она у нас, Марина, любит немножко перед камерой постоять. Сегодня Настя сама себе рекламу на канале в своем начале видео сделала. Да, ребята, начало видео многие думали, что мне Илья это помог с музыкой. Но вот что-то я какой-то канал смотрела, уже, если честно, не помню. И у них вот тоже там начало из фотографии сделано. И я решила тоже попробовать. Вы мне напишите, понравилось вам такое начало или нет, или мне стараться что-то другое сделать. Я пытаюсь научиться монтировать. Но пока у меня, как видите, это не очень получается. Но многим нравится то, что я разную музыку вставляю. Молодец. Подожди немножко, сказала. Все, иди поиграй, пока отдохни. Настя, а что это сегодня на сердечке скупа?
Мы тут все пишем, пишем, а ничего нету. Ребята, я еще просто не заходила сегодня. Вот сейчас только вечером села, зашла, сердечки понаставила. Спасибо большое всем. Бич-пакет увидела и вспомнила студенческие годы. Как в один день все деньги потратили, а потом месяц на дошираках жили. Наелась их на всю жизнь вперед. Ностальгия прям. Ну да, у меня Илья иногда просит эту гадость. Я как бы... У меня, я знаю, что муж ест вот эту гадость, и Илья. Я стараюсь, я вообще не люблю. Раньше иногда, знаете, вот бывает охотка. Вот прям хочется этот бич-пакет. Возьмешь себе маленький, съешь, но потом желудок мается. Поэтому я как бы стараюсь не есть. Для чего нарожала? Ну, видимо, для вас. Суп со спагеттями и с мясом. Настюха жжет. Ну да. Как же у вас тесто воздушное получается? Как пух прям. Просто к тесту любовь приложите, тогда все получится. И у вас тоже. Шкафы это, да, больная тема. Ну, у нас это вообще пипец больная тема. Добрый день, мы тоже иногда рыжики берем. А мне понравились, слушайте, но вот выпечки, они, конечно, вот выпечки мне они не понравились, но так по вкусу или с чем-то, они вкусные. А вот выпечки, они намного ложила большими кусочками, а они после выпечки вот такие маленькие стали, и получается, не, надо что-то для выпечки подбирать, какие-то другие сосиски, чтобы они нормальные оставались величины. А то получается тесто много, а сосиски мало. Хотя я вот тесто делала прям по длине сосиски, и получается так, что... Илья симпатяга, спасибо большое. Обычная хорошая женщина, хорошая мать и жена, спасибо. Настюша, это ты не спагетти, а лапша. Ну да, я по привычке, я всегда их все спагеттими называю. У меня макарошки, хоть они и разных видов, но они у меня все макарошки. Все одного вида. Я вот тоже несколько видов уже определила, которые мне нравятся макарошки. И вот их уже беру. Так, Настя, а у вас одной такие детки? Мои тоже так перевернут вещи на полках, что потом у меня складывается впечатление, что я просто высохшее белье запихнула в шкаф. Ну да, это оно так и есть. И так же ругаюсь вместе, а потом складываем, вроде бы им нравится, когда все сложено, но доставая очередную вещь, и все потом самое, то же самое. Ну, у меня такая же ерунда. Они вроде складывают, а на следующий день заглянешь, и там опять вот так вот все. Это дети. Настя перестанет постоянно извиняться. Ну, у меня привычка такая. Мне кажется, эту привычку я уже не смогу, ребята, убрать. Настя, блин, у меня столько дел. А тут ты все видео выложила, отвлекаешь, блин, и пирогами дразнишь. Так заходите на чай, Оленька. Я всегда вас угощу пирогами. Да чай хоть бы звала и кидала пироги в меня. За каждый коммент один пирог. Я согласна. Чай с каркаде. Ой, слушайте, да, чай с каркаде, я вкусную. Я вот вчера весь день пила чай с каркаде, и мне даже вообще вот классно. Представила Наську в танце под музычку в начале видео. Боу-боу. Боу-боу. Настя, у Ильюши какой рост? Если ты 170, он почти 2 метра. Он 1,98 м. Да, почти 2 метра он у меня. Он очень высокий у меня мальчик. Духовка сама занесла, али все же мужики сжалились над тобой. Меня сына занес. Поскольку дети съели, да, штук по 10, наверное, точно. Они бегают, опять поедят. И вот так в течение дня они все ели. Ну, Настюха, ну, стрепух. Какой Илья приятный парень. Спасибо. Чай с каркаде это кисленький, который с бордовеньким, да. А название как у зеленого и зубастенького. Ну да. НД, вы классный человек. Да, ребята, мы каждый день делаем... Ну как мы? Ирина делает трансляцию, мы к ней заходим. Поэтому заходите к Ирине на трансляцию. Будем рады там пообщаться. Мы всегда в 20:00 по Москве у Ирины и моя семья канал... Мы там сидим на трансляции, общаемся со всеми, поэтому заходите, посидим, поболтаем. Я считаю, Натя, мама хорошая, Натя. Настя, наверное, она выбрала свой путь. Она делает так, как многие хозяйки, это видно. Но и не надо забывать, у нее судьба тяжелая. Всему учит, не должны быть мама.
так поддерживать направление, а то бабушка ей дала это бесценное. Но люди другого поколения, друг из взглядов. Муж, конечно, Настя человек-загадка. Ну, так самое главное, что дети не холодные. Это точно. И самое главное, что дети сытые. Ой, ребят, тут столько еще комментариев. Всем привет и хорошего дня. Со спагеттими не прибиваем пирожки. Супер. Взяла рагу, думала, ура. Думаю, ура. Тайсон косточки полакомится. А нет, на суп. Тайсону я беру или лапки куриные, или костный остаток. Вот тут мне порекомендовали. Я его брала, он, да, мелкий. Крупные кости мы ему даем. Но он что-то один раз у нас чуть не подавился, поэтому крупные кости я ему стараюсь не давать. Настя, еще открой тайну. Заголовки ты пишешь на нормальном языке, а разговариваешь на другом диалекте. Как тебе это удается? Ну, вот так вот. У нас у бабушки есть и говор деревенский. Вот она родилась в Пермском крае, дальше Мутихи, там у них деревня уже развалилась. Давно этой деревни нет, я не помню, как она называется сейчас. Но вот она сама отсюда родом. И там большинство у нас деревни разговаривают на акчинском разговоре. Говоре, как говорится. Некоторые слова очень интересные. Бабушка, вот иногда у нее вот выскочит слово, а я маленькая была тогда, я стою и думаю, что ты бабушка мне сказала? А потом подхожу и говорю, бабушка, ты что мне сказала? Она опять. Я говорю, бабушка, я тебя не понимаю. Она, ой. И начинает говорить нормально уже. Мне объясняет, что это вот то-то, то-то разговаривали. Вот такие вот слова вот у нас были в молодости. Это было очень интересно. Ладно, дорогие друзья, вот большую часть комментариев прочитала. Просто мне надо еще много делать и делать. Я надеюсь, что на часть вопросов ответила. В последующем видео опять постараюсь поотвечать на ваши вопросы. Всем желаю крепкого здоровья. Всем желаю всего самого хорошего. Пишите дальше ваши вопросы, пишите ваши комментарии. Сегодня все подряд читала вопросы, комментарии ваши. Поэтому надеюсь, что ответила на часть вопросов. Рецепт с тестом сниму отдельно. Всем говорю спасибо и всем говорю пока-пока.